Всем привет! Сегодня мне пришла вот такая посылка. Да! У меня помощница маленькая. Все наверняка знают, узнают вот этот прекрасный логотип Scrap Money, нашей любимой. Катюшенька, давай-ка я сейчас расскажу, а ты иди покажи, пожалуйста, где у тебя волк. Что я заказала? Это все у меня под новый проект, который я буду делать, вот должна сделать буквально за 3 дня. По заказу, что у меня, какие пожелания от заказчика. Во-первых, делается девочки. Небольшой альбомчик 15 на 15. Очень часто и бабушка, и мама говорят о том, что у нее королевское имя. Именно потому для девочки с королевским именем мы решили сделать немножко такое королевское оформление. Конечно, здесь будут кружева. Здесь вот есть вот такие волшебные красивые короны. Вот золотистый, вот такая золотистая корона, она пойдет на обложку у меня. А вот это все очень модное в последнее время, именно такие украшения. Так, я взяла вот такую принцессу, она тоже у нас будет на одной из страничек жить. Ну и что еще? Ди, поскольку этот альбомчик готовится ко дню рождения девочки, мне показалось, что вот такие вот вещицы, они будут очень уместно смотреться в ее нежном альбоме. Убираю. Далее. По чипбордам я взяла еще вот такую карету. Вот такая карета. Также у нее дворец, это показываю обратную сторону, ну вот дворец будет, я тоже его прокрашу, сделаю каким-нибудь, я не знаю, розовым, розово-голубым, чтобы все это соответствовало самому альбому. Здесь у меня магниты, также я взяла вот такие рамочки, очень они мне нравятся, они очень красиво, здорово выглядят. Так, на обложку я решила взять вот такую принцессу. Мне кажется, очень здорово это будет смотреться. Я еще ее как-нибудь тоже разукрашу. Белое облако, желтые звездочки. Ну, посмотрим, что из этого получится. Ну, и самое главное, конечно, это бумага. От Scrap Money мне еще пришло несколько подарков. Тоже это все покажу. Итак, бумага от Craft Paper про девочек. Здесь 16 листов, 6 двухсторонних листов, плюс 2 односторонних листа с карточками, элементами для вырезания. Про девочек называется. Начнем. Да, Craft Paper от Art Hobby. Вот, вот здесь посмотрите, вот такие нежные котята, цветочки, все как будто марки, тежики такие, да, котята, видишь, собачки. Вот, да, вот такая нежная сама по себе. Да, нежная бумага, один из листов. Так, внизу у нас нет ничего такого, поэтому здесь ни надписи, ничего. Вот такой лист с обратной стороны, он вот так выглядит, он более активный. Но, мама, держи. Держи это ты, пожалуйста, ладно? Так, второй лист у нас. Тут девочка со слоненком. Это тоже можно как-нибудь обыграть. А с обратной стороны вот такие вот очень нейтральные, однотонные кремово-белые горошины. Здесь розовый лист у нас вот с таким котенком. Здесь тоже узор. С котенком? Да, с котенком у нас здесь. А с обратной стороны мы смотрим, что у нас здесь получается. Вот такой узор. Очень нежная бумага. Очень нежная, прям абсолютно девочковая. А следующий лист такой под дерево. Здесь внизу можно увидеть маленькие собачки. А с обратной стороны тоже очень нежный лист. Извините, пожалуйста, у меня тут маленькая помощница. Вот, что еще? Здесь вот такой лист для вырезания. Можно использовать на обложках, можно в качестве кардмейкинга. Давай не будем кричать, ладно, моя хорошая? Вот, вот такие вот. С обратной стороны еле проглядывает кошечка. Посмотрите, насколько нежный лист. Так, здесь повторение точно такое же. Точно такого же листа. Так, сейчас посмотрю, что еще. А, вот такой лист с девочкой тоже. Вот такой лист. Сейчас. Никак не могу зацепить, извините. Вот здесь такая девочка.
Молодец. Давай, покажи, как они играют. Вот, вот такая бумага. Так, извините, трясу. Здесь это я взяла себе дополнительно вырезалки такие. Мне показалось, они будут очень уместны. Я возьму себе в проект, над которым мы сейчас работаем с Леной Маргон, про винтаж. Вот, вот такие девчата тоже вообще потрясающие, классные. На основу я себе взяла розовый картсток. Вот, это основа моих страничек, основа подложек. Будет, мне кажется, смотреться очень здорово. Розовая с вот таким коричневым. Да, хорошо будет смотреться. Попробую еще что-нибудь примерить. Вот так. Да, прекрасно. Мне очень нравится, когда вот этот контраст, он проявляется, честно говоря. Так, это я дополнительно взяла себе вот такие же листы. А вот, мало ли что, решу еще что-то сделать. Это я себе взяла. Что мне пришло в подарок от Scrapmania? Спасибо огромное вообще. Мне подарили мой рукодельный код. Вот такой вот буклетик получается у меня будет. То есть я здесь могу запланировать свои дела. И это очень хорошо, потому что у меня много альбомов сейчас. Страшно сказать, у меня в работе параллельно сейчас уже 4 альбома. Вот, и надо как-то это все успевать. Я по каждому, в принципе, стараюсь что-то успеть. У меня тут и памятки лежат. Вот такие вот классные марки. Это у нас, да, это у нас наклейки. Нет, это марки. Просто вырезаем и все. Да, вырезаем и все. Вот такой подарок. И вот еще один подарок мне прислали. Вот, вот такой классный лист. Это Scrapmania, бумага-кудряшка детства. Мне кажется, ну очень-очень классная бумага. Тут и милая малышка, привет, и все по месяцам разбито, и какие-то надписи есть. Ну, очень-очень здорово. А с обратной стороны вот такие очаровательные сердечки и надписи. С днем рождения, поздравляю, любимая дочка, доченька, любимая мамочка, бабуля. Вот. Так что буду теперь творить. А вам спасибо большое за внимание, что были со мной во время распаковки такой замечательной, действительно классной посылки. Все это убираю теперь в папку для подготовки нового альбома. Буду делиться с вами результатами в своем блоге. Пока-пока!